Сегодня мы решили открыть купальный сезон, и поэтому едем с друзьями в поселок Угловое жарить шашлыки и купаться на море. Поехали! Поехали! Поехали, ура! Где была? Там, а где? А чё? А, ничего. На въезде в Угловое поставили шлагбаум, поэтому сразу к морю уже не проехать. А мы свернули на, получается, направо перед шлагбаумом и поехали вдоль виноградников. Приехали вот на такую парковочку. Сейчас пойдем вниз к морю. Так, водичка. Водичка супер. Интересная история. Да, говорю, ну ладно. Нет, ну что? Друзья, едем домой, накупались, наели шашлыков. Вода очень теплая, градусов, наверное, 21. Вход в воду очень плавный, мелко вообще. Для детей самое то. Так что с маленькими детьми смело можете ехать. Ну, а мы с вами прощаемся. Увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока! Thank you.